31-летняя Оксана Самойлова прервала молчание о происходящем в ее семье. Супруга 34-летнего Джигана высказалась о скандальных событиях последних дней. Джиган удивил поклонников прямым эфиром, в котором он ругался матом при детях и просил дочь принести ему пиво. После этого события развивались стремительно. Рэпер сбрил брови и оказался в рехабе. Фанаты переживают за звездное семейство, которое со стороны казалось идеальным. Сегодня Оксана решила впервые заговорить о том, что творится в ее семье. Многодетная мама была лаконична. Я бы просто промолчала, но учитывая, что ситуация развернулась у всех на виду, наверное, какие-то комментарии мне все-таки придется дать. Призналась Оксана в Инстаграм. Она заявила, что случаев рукоприкладства в ее семье не было. Инстадива не намерена лишать родительских прав Джиган, как это подозревали многие. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю, резюмировала Самойлова. Сам Джиган опубликовал еще один довольно бессвязный пост. На видео он показывает сидящую на дереве птицу и призывает ее стукнуть клювом на манер кукушки. Недавно Маша Малиновская посмеялась над Джиганом после его скандала с Оксаной Самойловой. Музыкант устроил флешмоб в свою поддержку. Алена Шишкова прокомментировала ситуацию звездных супругов.